Италии. Куда? Из Италии. Что вам больше всего понравилось? Ну, атмосфера, эмоции, технологии тоже, люди. Это невероятно. Это союз, объединение большого количества людей, разделяющих одну цель, одно видение. А вы в прошлом году катались на юнибусе? Да. А есть ли какие-то вот различия по сравнению с текущим Экофестом? Да, больше линий вижу, больше прогресса, больше технологий. А вот пруд, озеро. Это невероятно. Каждый год появляется что-то новое. Это невероятно. А вы знаете, что уже сейчас можно рыбу ловить на озере? Да, я вот 2 месяца назад тут был, у нас было мероприятие, и у меня была возможность там быть. То есть... А вы словили что-нибудь? Нет. Не споймал, нет. Даже не пытался. Ну, потому что мне не очень нравится рыбалка, но мне нравится просто проводить здесь время. А у вас есть свое собственное дерево? Посадили здесь? Нет, пока нет, но я обязательно посажу. Global Star Club. Возможности безграничны.